Сегодня много говорится о важности и пользе мотивации. Ведь именно она зачастую определяет, будет ли исход начатого дела успешным. Ярчайший пример способности к самомотивации – героиня нашего следующего материала Елена Ноздрева. Она чемпионка мира и Европы по гребле на каноэ, обладательница ежегодной премии Гомельского облсполкома «Человек года». По итогам работы в 2017 году спортсменка одержала победу в номинации «Открытие». Светлана Князева узнала, как к своим 19 годам каноистка Ноздрева получила титул чемпионки. Связывали две лодки вместе, чтобы мы не падали. И мы с ней вдвоем, она с одной, я с одной, и, короче, так учились с ней вместе. И все, вот так и пошло. Все лето мы с ней там барахтались в этом канальчике в Гомеле. На Волотове база грибная «Дельфин». И вот там мы с ней начинали. 2 месяца мы научились с ней ездить по раздельности. Тренер сказал, что надо ехать в Мозырь, показать вас тренеру, который вас заберет. Так Елена Ноздрева вспоминает о том моменте, когда в 13 лет она встала на первую ступеньку своей спортивной карьеры, положившей начало абсолютно новой жизни. До этого Елена жила на Могилевщине в деревне Удага Чериковского района. Занималась спортивным ориентированием, волейболом, бегала кроссы, ходила на лыжах, но никогда не предполагала, что станет профессиональной спортсменкой. Все решил случайный приезд в школу гомельского тренера, который в могилевской глубинке искал самородков и нашел. За первый же месяц тренировок Елена с нуля научилась плавать в каноэ-одиночке. По признанию спортсменки, решающую роль в ее самых первых маленьких победах над собой сыграл азарт. Ты начал, и тебе надо научиться. Ты понимаешь, ты видишь, ты едешь, там проехал 5 метров, вывернулся, плаваешь, а этот едет, и ему все равно, волна, не волна. И ты думаешь, ага, ну так можно, значит, надо учиться. И она училась день за днем, превозмогая боль, уныние от разлуки с семьей, стресс. Первый год прошел в борьбе. И лишь благодаря сильному характеру, целеустремленности и умению мотивировать себя, уже в 2015 году Елена Ноздрева стала чемпионкой мира и Европы среди юниоров в каноэ двойки. В 2016-м чемпионкой Европы среди взрослых спортсменов снова вместе с Камилой Бобр. Их же дуэт завоевал бронзовую награду на первом для Елены взрослом чемпионате мира в 2017 году. И в 2018 по итогам чемпионата мира в Португалии спортсменка стала обладательницей полного комплекта наград. Не скажу, что это настолько публичная личность, но кто-то смотрит, это дети какие-то, и они должны брать пример как для подражания, и нужно показать то, что характером и целеустремленностью своей можно добиться всего, чего хочешь, не только в спорте, а вообще по жизни. Поэтому для меня важно остаться просто хорошим человеком и быть примером. Видеофильм о чемпионке мира и Европы по гребле на каноэ Елене Ноздревой смотрите на «Беларусь-4» в пятницу 28 сентября в 19:45. Светлана Князева, Сергей Лукашук. Новости недели.